Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня мы поговорим о модных челках для женщин 40-50 лет. Не только стрижка может запросто испортить женский образ, даже такой незначительный элемент стрижки, как челка, также играет очень большую роль в формировании идеального образа. После 40 лет женщина начинает более вдумчиво подходить к выбору не только гардероба, макияжа и маникюра, но также и стрижки. Привнесите в свой образ немного небрежности и обратитесь к модной челке 2019 года «Рваная челка». Она прекрасно будет смотреться с абсолютно любой стрижкой, но наиболее выгодно покажет себя непосредственно с короткими стрижками, такими как боб или пикси. Косая челка подстрижена косой линией. Здесь линия среза может быть прямой или закругленной. Наиболее гармонично косая челка будет смотреться с каре, каскадом и лесенкой, которые также прекрасно подойдут женщинам 40-50 лет. Кроме того, у косой челки есть еще одно преимущество, а именно она способна скорректировать ваши пропорции лица и даже округлить несколько массивный подбородок. Косая челка довольно неприхотлива в укладке и будет неплохо смотреться с короткими и стрижками средней длины. Если у вас треугольное лицо или широкий лоб, можно попробовать модную челку, разделенную на две стороны. Такой вариант чудесным образом сделает ваш образ намного женственнее и свежее. К тому же эта челка прекрасно будет смотреться с абсолютно любой стрижкой. В 2019 году не теряет своей популярности и челка на бок. Длинные пряди, уложенные на одну сторону, прекрасно подходят для образа женщин 40-50 лет. Наиболее эффектно эта челка будет смотреться с пикси, бобом, каре или каскадом. Преимуществом боковых челок является их хорошая сочетаемость с различными образами. Прореженные удлиненные челки, уложенные на бок, выглядят слегка небрежно, отлично вписываясь в модную тенденцию естественности и натуральности. Вместе с тем, прическа с подстриженными таким образом передними прядками выглядит более воздушно, добавляя своей обладательнице легкости и свободы. Трендовые прямые челки, выполненные с четким ровным срезом, не покидают топовые позиции среди всех типов челок. Превосходнее всего трендовые прямые челки будут смотреться на густых и плотных прядях, делая прически эффектными и неотразимыми.